Миллионы оливковых черепах вылупились на пляжах Рушикулья в индийском штате Одиша. Это намного больше, чем в прошлом году. Они приплывают сюда сотнями тысяч. Раньше черепахи приплывали к пляжу ночью, но сейчас во время карантина выходят на берег и днем. По оценкам специалистов, на индийских пляжах в этом году черепахи отложили примерно 60 миллионов яиц. Каждая черепаха откладывает 30-40 яиц или больше. Пляж Рушикулья – одно из немногих мест в мире, где размножаются оливковые черепахи. Детеныши вылупляются через 45 дней после того, как сделана кладка. Потом маленькие черепахи направляются к морю. Карантинные ограничения поспособствовали тому, что в некоторых регионах мира окружающая среда стала чище, а звери и птицы появляются в тех местах, которых раньше избегали.